Мария Михайловна Алексеенко, Анна Николаевна Ковалева, Евгения Семеновна Бочарникова. Три ленинградки, три подруги. В канун Дня Победы мы встретились с ними у нас на студии, где в годы войны был снят документальный фильм о боевых подругах. Назывался он «Девушки Ленинграда». И вот мы смотрим его снова. Алексеенко, Бочарникова, Ковалева были в составе местной противовоздушной обороны. Гасили зажигалки, разбирали завалы, спасали раненых, обезвреживали авиабомбы. За мужество и героизм части МПВО Ленинграда, единственные в стране, были награждены орденом Красного Знамени. Время-то было очень трудное, тяжелое. И сейчас даже совсем, вот только когда посмотришь фильм, понимаешь, что это все было действительно. А так иногда задумаешься, какой был кошмарный сон. А это было действительно тоже действительность. Вы знаете, вот 36 лет мы встречали. Все такие радостные, что вот, мол, победа, 36 лет прошло. А мы День Победы встречали, плакали. Почему-то мы плакали. Мы как радовались, и тут же мы плакали. Девушки Ленинграда. Надо было, и они встали в строй защитников своей родины. Идут годы.